А в Сумской области копы развлекаются пьяной ездой. Двух руководителей полиции задержали за нетрезвое вождение. Как сообщила пресс-служба областной полиции, накануне патрульные и служба внутренней безопасности проводили совместный рейд, во время которого остановили два автомобиля. За рулем первого был руководитель местного отделения полиции, а во втором начальник сектора, и оба с явными признаками алкогольного опьянения. В полиции провели оперативное служебное расследование и уже готовят документы на их увольнение.